Чебоксарская войсковая часть номер 3997 в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. В торжественном собрании приняли участие представители Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России. Служу Отечеству. Для людей, сидящих в зале, это не пустые слова. Часть номер 3997 – одна из старейших в столице. У нее доблестная история. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил высокий профессионализм, мужество и героизм личного состава. Выражаю вам глубокую признательность за то, что вы доблестно выполняете свой воинский долг. Продолжаете славные традиции своей воинской части. Настойчиво совершенствуете профессиональное мастерство, чем вносите значительный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины. Лучшим из лучших были вручены правительственные награды. Благодарности и часы. Одним из тех, кто получил награду, стал Сергей Наумов. Он служит уже в этой войсковой части около полутора лет. Быстро реагируем всегда, нас как бы на нас возлагают, там, надеются на нас, то есть на нашу войсковую часть. При случае тревоги сразу первый пойдем мы. Я хочу быть нужным России, чтобы чувствовали, что кто-то есть на охране порядка. За долгие годы часть не раз реформировалась. Теперь она – отдельный специальный моторизованный батальон. Солдаты и офицеры участвовали в сложных боевых операциях. Многие из них погибли при выполнении служебных задач. И о них тоже вспоминали в зале. Как, например, о командире Петре Валькевиче. В памяти о нем в Чебоксарах есть улица его имени. Как отметил министр внутренних дел Почувашии Сергей Семенов, служащие воинской части стоят на страже общественного порядка и доблестно выполняют свой долг. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.